Благодаря программе формирования комфортной городской среды в этом году удалось полностью обновить дворы по трем адресам района авиастроителей. В перечень вошли бульвар Львовский 6, проспект Ульяновский 15 и Ленинского комсомола 37. По объемам ремонт проезда у нас 2500 квадратных метров получается, заездные карманы 350 квадратов. И подходы к подъездам почти 1000 квадратов сделали. Соответственно, 13 светильников у нас установлено. Опор 13, 24 светильника повешены. Ну и малая архитектурная форма, лавочки и урны, соответственно, тоже установили у каждого подъезда. Также по нацпроекту идет обновление дорожного полотна рядом с растущим микрорайоном на проспекте Маршала Устинова. Рабочие сняли старое покрытие, установили новые опоры освещения и остановочные павильоны. Закончить работы планируют до 15 октября. Нижний слой уже уложили, на следующей неделе заходит на верхность, асфальтобетон укладывают, соответственно, асфальт стоит там на 3 года, смогут уже наносить дорожную разметку. В следующем году дорожники планируют перейти на проспект Врача Сурова. Здесь, на пересечении с проспектом Авиастроителей, уже 1,5 месяца идет демонтаж недостроенного корпуса многопрофильного стационара. Сложность, что СССРская застройка, стойкость бетона, то есть все сделано на совесть в СССР, вот, поэтому 10 человек в данный момент на данном объекте работает и 2 единицы техник, то есть автокран, автовышки. Очень сложный объект, ведем плотной демонтаж с утра до вечера, все. Стараемся все в сроки, все успеть в сроки. Снос здания – часть масштабного плана по очистке Ульяновска от опасных недостроев. Во время осмотра от нового собственника участка прозвучало предложение о строительстве на освободившемся месте жилого комплекса. Мы вас будем поддерживать. Ну, не я один, у нас целый градостроительный совет создан как раз для рассмотрения таких масштабных проектов, чтобы все было сбалансировано, чтобы людям было удобно и комфортно жить. Обязательно нужно предусмотреть парковочные места. Знаете, какая проблема в целом сейчас? Конечно. Вот. Обязательно должна быть дворовая территория, чтобы можно было с детьми выйти погулять. Готовый проект нового жилого дома в скором времени предстоит обсудить членам городсовета.